Девочки, всем привет! Место встречи изменить нельзя. Или дача, или подъезд. В общем, мы едем в парк Степанова. Вчера вечером с Лешей на даче еще когда были, перед отъездом, поговорили, что, может, съездим ненадолго. Там есть речка. Мы для мальчишек что-то взяли, ну, покрывало там, круги эти. Леша предлагал далеко идти по мосту, покупаться. Я идти не хочу, потому что 31 градус сейчас, но облачно. Поэтому, наверное, мы далеко не пойдем, в следующий раз едем. А сейчас едем именно в парк, на пару карусельках они покатаются. И, может быть, все-таки до речки дойдем. И так, не работает. Что такое произошло? Ну, здесь у нас камеры висят, как бы ничего страшного, но все равно не особо приятно. В общем, что я говорила? Ну, в общем, может, до речки дойдем, и они покупаются. Я не купаюсь, в принципе, в речке. Я плавать не умею, для меня вода холодная, и для меня, мне кажется, вода грязная. Ну, не знаю, я давно не была. В общем, предлагаю прогуляться с нами, а потом мы поедем на дачу. Здравствуйте! В общем, поехали, девочки. Мама, пошли, я пошу. Матвей! Пока! Вот, Матвей, да, я поняла. Я с Матвеем делал вот. Папа, я хочу сейчас на речку. Мы поехали на речку. А ты наши шорты взяла? Угу. Речка, жди нас, мы уже едем. Я тебе клянусь вот этим пальцем. Так это он мне уже клялся так. Я клянусь вот этим пальцем. Вот тут уже парк, только надо подъехать к нему. А, понятно. Там уже купал. Давай к нему поехали. Мы куда едем? Да? Ну да. Я тоже. Мам, можно пока здесь погуляем? А кто, Арсений, ты помнишь, мы здесь с тобой зимой проходили? Зимой? Когда снег-то был. Мы не заходили, а проходили. Да, помнишь, когда к врачу ходили туда? Она спустит туда. Да я правда говорю, пустят нас. Ну да, если будете хорошо себя вести, то пустят. А речку где? Речка. Пока там погуляем. Найдем речку. Мам, я там никогда не был. А мы были, когда ходили, да? Нет, мы туда внутрь не заходили, мы просто проходили по дороге. Да, когда Ну что, девочки, парк Степанова. Я не знаю, как я буду снимать, потому что они уже везят, кричат. Так, здесь парковка, чтобы было понятно. Вот этот стадион текстильщик и текстильная ярмарка. Вот как раз там текстиль продают. Туда мы не пойдем, девочки, печет, кондиционер выключили. Ну, как только выключил Леша, и мне сразу напекло. Федя, стой, стой. На какой карусель? Будь здоров. Будь здоров, расти большой. Не будь лапшой. Ну что, где, говорит, речка? Где речка стоит? Я говорю, течет там дальше, внутри. Надо сначала до нее дойти. Давайте зайдем. Зайдем куда-нибудь. А сей, может, туда и пойдем? Пожалуйста, иди, пошли туда. Короче. Нет, там высоко. Ну что, девочки, заходим. Соблюдать дистанцию 1.5 метра. Да. Мамочка, я тебя люблю.
Мне говорят, мамочка. А, вот прокат велосипедов. Мы же куда пришли? На велосипедах кататься или куда? Подождите, вы же на карусели сначала хотели. Так ярко, девочки. Я в камеру плохо чего вижу, но что-то вижу. Пока еще. Пойдем, Арсений. В общем, девочки, чтобы вы понимали, мы с детьми... Я не знаю, как я скажу. Мы здесь впервые. Мы вообще впервые в парке. Сейчас будем кататься на карусели, дети. Почему? До этого у нас не было возможности. У нас... Кто с нами давно? Очень была сложная материальная ситуация. Это первое. Второе, у меня такой принцип вообще по жизни. Ну, я всегда так думала и придерживаюсь этого мнения, что... Ветер дует. Ветер дует. Как хорошо. Слушайте, что до 3 лет нет смысла особо детей куда-то водить, возить. Они все равно это не запомнят. Нет, ну мы... Что-то, какие-то мероприятия у нас были, но незначительные. А вот сейчас это все запомнится. И первый раз, ну, в общем, запомнится это... Это будет действительно в памяти ощущение, вот эти вот первые классные ощущения. А если бы мы раньше ходили, Арсений много чего не помнит. Федя все помнит, вот с 3 лет, потому что он еще активнее, да? То, что... Как... Они мне не дают сказать. В общем, девчонки, поэтому не нужно осуждать, как-то критиковать. Вот как есть, так и есть. Мы впервые в парке. Мы сюда приезжали на Масленицу. Я была беременная Федей, и, соответственно, Арсений здесь был. Но это было зимой. А так вот мы впервые. Ни на каких каруселях они не катались. Нигде, ни в торговых центрах, нигде. Кроме как вот в торговый центр мы ходили, они там играли в этих. На площадках. Сейчас. Говорит, как они не катались? На машинках катались в торговом центре. Ну, то есть, просто на машинках вот. Ну, и то, Федя не катался, Арсений катался. Это в его день рождения, когда было 3 года. Так, касса. В общем, это просто я вам объясняю, чтобы вы не были шокированы. И все такое. Вот. Это нет, это не весь парк. Там дальше, там и речка. Тишки хотят на это колесо, а оно с 7 лет. Расстроились. Нет. А я пойду на это. Вот на это. Вон, где мальчик, там девочка. Нет. Колокольчик такой. Я, кстати, когда маленькая была, любила на таком кататься, на Лазыбкове. Ну, хочу на это. Ну, нельзя, тебе не разрешат, мам, никак не разрешат. На это. На это, наверное. На это тоже, наверное. Мама, ромашка, мама, я любила я тоже. Сейчас решим. Сейчас мы определимся, девочки. На это, да на это нет, пошел кататься. Пошел. Сначала надо билет купить. Пошел. Я туда пошел, я кататься, короче. Я не буду на это поболеть. Короче, девочки, слышите? Чья школа? Короче. Так, вот цены, значит. Не могу прочитать. Круговой обзор 100 рублей, паровозик, остальное все по 50 рублей. Джипы, лебеди. Ну, в общем, сейчас решим. Первое, на чем решили, хоть она как-то повыше. Девчонки, они прямо рвутся на те велосипеды. Вот машинка, которую мы при входе заходили, они прямо рвутся туда, представляете, и все. Я говорю, да будем, ладно. Мы хотим ходить, чтобы на каруселях они покатались. Вот на этой вот взрослым нельзя, я бы с удовольствием. Но там дальше ромашка есть для взрослых, а здесь до 60 килограмм. Классно! Сидите. Блин, я ж переживаю, девчонки. Ну, зато они сами, видите, одни сами по-взрослому. Я думаю, прикольно. Круто! Я в наушник, девчонки, говорю. Наверное, сильно шумно. Вам нравится? Сидите, еще. Наверное. Пока! Так я не договорила про этот вихрь, ромашка. Блин, ну как-то... Я говорю, ему 4 года. Он говорит, ну и что, катаются, блин. Не знаю, девочки. Мы взяли билеты. А мне кажется, Арсений боится. Федя-то пойдет, а Арсений, мне кажется, боится. Блин.
А сколько здесь кругов? Два? Три? Вот эта конструкция смущает меня. Ну, портит обзор. А, все, наверное. А, нет. Три раза. А они такие... Ну, наверное. Опять. Не отстегивай. Федя, нельзя отстегиваться. А ему уже скучно. Один раз. Ну, понимаете, один раз и все. Класс. Мы на него не покупали. Ну, вообще-то, наверное, можно. Я думаю, что здесь... Остановить. Это знаете, что это я в Новозыбкове, когда у моего дедушки был друг в парке работал. Я обожала кататься на орбите, на колесе, на сюрпризе. Там стоять надо было. И он так вот поворачивается. Сначала горизонтально, потом вертикально. И помню, с дедушкой катались один раз на сюрпризе. Он со мной решил. А я много-много раз. И он такой говорит: «Привет, остановить, я больше не хочу». Остановили, естественно. Все, наверное, все. А блин. Выпустите меня. Сейчас, наверное, все, подождите. Нет, что-то он опять не поехал. Еще один кружок и все. Ну, а, все, он уже остановился. Сейчас придут, вас отстегнут. Нет, ну подожди, здесь слезть-то надо аккуратно. Понравилось? Да. Я хочу уже маршрутик. Подожди, ты же на лебеде только что сказал. Классно, ну хорошо. И что? Ну и что? Ну ты же. Да не закружится. Тебе понравится. Ты же на качелях катаешься на даче высоко. Ты под настроишься. Ты же закрутили, катаешься, ты голова не кружишь. Не бойся. Да смотри, девчонки садятся. Вот смотри, как ты с Федей. Посмотри. В общем, девочки, вот категорически против они. Арсений сказал, не заставляй меня, не будем заставлять, ладно. Потом когда-нибудь в другой раз. Федя тоже. Там одна девочка, ну такая постарше. Я говорю: Федь, пойди с ней, сядь. Не, сказал нет. Ну, в общем, решили вот на этой. Ну, не хотят чего. Не хотят. Хотя вот раньше Арсений купаться боялся, а сейчас вообще из воды не вылазит. Вообще просто. Поэтому сходили в парк. Не, ну я прям... Ты расстроился, Леш? Огорчился? Ну, как бы да. Ну, просто вот это прикольное. Им бы понравилось. Ну, страшно, страшно. Ладно, все. Не уговариваем ничего. Они уже настроены вот сюда вот идти. Юнга. А мы на это не покупали. Ну, можно сюда? Мы купили на другое, они не хотят. Конечно. Ага. Сколько кругов-то будет? 3 минуты. Ага. 3 минуты. Арсению надо было сесть не задом, не спиной. Катайтесь. Неинтересно ему. Ну ладно. Я не могу. Он даже не смотрит. Он пойдет на собачку потом, ну... Пока, пока. А я, девочки, смотрю на этого вихря, на ромашку. И мне покоя не дает. Ну, я потому что она типа орбиты, детская орбита такая. А вот по поводу колеса вот этого обозрения, да, мне девочки писали, что у нас на площадь Пушкина есть такое колесо. Ну, рекомендуют сходить. Мы не были, мы его видели, но мы не были. Ну, значит, там с детьми можно, получается. Значит, сходим. Обязательно сходим. Но не знаю, когда. То есть, ну, понятно, что не сегодня. Тем более, дети вот хотят туда. А я боюсь, девчонки, высоты. Вот это я боюсь, ну, у меня адреналин. Мне прям хочется этого. А здесь вот, блин, оно медленно. Страшно. Высоко. Ну, нет, ну понятно, что я поеду. Я переборю себя. Это как, знаете что, в Турции когда были, там горки вот эти вот.
И у нас на территории отеля, или в Турции, или в Египте, не помню, в Турции, по-моему, дети прыгают, катаются с горки, скатываются, а нам завтра уезжать, и сегодня крайний вечер, что все, либо я качусь, либо не качусь. Девчонки, уже время вышло, я имею в виду, что, ну, в Турции. Я все стояла, боялась, мне говорят, ну, давайте, не бойтесь, дети. И девочки, все, он говорит, все, я выключаю. И тогда я села и поехала на коврике, в общем, бассейн глубиной 50 сантиметров по коленку. Я под воду ушла, коврик мне на голову этот упал. Но я пересилила себя, я говорю, я могу купаться в море, потому что соленая вода держит. Вот, а в речке нет, я один раз тонула, мне было 14 лет. Друзья подумали, что я шучу, а я не шутила. И больше после этого я не купаюсь в речке. А вот в море я люблю, но если Лёша куда-нибудь отплывет, ждет меня, и я к нему плыву. Ну, чтобы мне дно, главное, и что вижу, что он стоит. Ну, или меня страхует как-то. Вот, как-то так. Ну, чего, как вам? Ну... Хорошо, ну для разнообразия. Да подождите, парк-то большой, мы сейчас еще дальше пойдем. Мама, ну, это лебеди. Лебеди. Давай. Ну там, видите, по времени, им бы по кружку. А я вот хочу, чтобы вы вот на этих прокатились, мальчишки, вот на этих, где два сиденья. Вам очень понравится, Арсений. Очень понравится, я тебе говорю. Это когда я была маленькая, это был мой любимый аттракцион. Слышишь? Когда я сильно маленькая была. Потом у меня орбита стала. Приходи. Чего? Понравится, я тебе обещаю. Пойдем. Подожди, туда это куда ты идешь сейчас? Подожди. Так нет, я тебе вот сюда предлагаю. Если тебе страшно на это, вот на эту иди. На эту? Вот на эту, вот. Видишь, красный грибочек. Да, хочу. Ну, раз там страшно, не надо. Вот сюда вот иди, здесь тебе понравится, честное слово. Я уверена. Да. Идите вон за папой. Потом мы разберемся. Пойдемте. Пойдем. Сейчас откроют, Федь. Я надеюсь, он работает. А у нас, кстати, один раз так получилось, что не работал. Я настроилась на лазерку, и вот эта штука не работала. Вот садитесь, оно прям прикольное. Смысл примерно такой, но... Табуретку надо было взять. Я же говорю, высоко, прикольно. В следующий раз осмелится там. Возьми у меня бутылку с водой. Пока. Пока. Сейчас она подраскрутится немножко, я надеюсь. Круто! Ничего интересного. Смотри, не взлети. Боишься, что ли? А, руки убрал. Ему поактивнее надо. Они же ожидают-то. Ну что, тебе нравится? Спрашивает у Федя. Федя кивает головой, типа нет. Блин. Я думаю, побыстрее будет, если честно. Ну что, классно? Да, нет. Что? Что? Ты врала. Они сказали, что я врала, девочка. Ты сама говорила, что иди, а ты лапа. А Федя все повторяет. Ну чего, как тебе? Никак. Никак? А тебе как, Федь? Интересно. В смысле неинтересно? Вообще не понравилось? Спасибо. Бегут прям на машинки на эти. Ничего ему здесь не интересно. Видите, оно просто стоит на одном месте. Ничего не интересно.
Ой, куда так это педали крутить нужно. Педали крутить. А ты чего? Подожди, надо позвать. Подожди, Федя, подожди. Нет. 5 минут 50 рублей. Вот велосипед хочешь? Он говорит, для маленьких, он маленький. До этого он взял самокат большой. Вперед! Давай, давай! Нормально, езжай. Езжай. А папа пошел деньги снимать. У меня сел телефон, я перевести не могу. И в общем, ни у кого ничего никак. Арсений, смотри, люди же ходят. О, что? Я там уже на колесах. Я не знаю, как, почему. Че, Федь, как тебе? Хорошо. Ну, катайся здесь пока. Вперед, езжай, только вперед смотри. А что у тебя? Я вот так вот педали гнула, потом оттолкнулся в колеса. Ну, я не знаю, почему так. Аттракционы, девочки. Арсений задевает под обувью колеса, когда поворачивает. Ему это не нравится. Ему надо, чтобы было все идеально. Вот опять задел. Катайся, Федь, катайся. Аттракцион, девочки. Слышите? А я, девочки, знаете что? Я хочу прокатиться на велосипеде, но здесь тормозит, ручной тормоз. А я вот хочу вот на этом. Ну, меня не смущает. Он говорит, вас не смущает, что вот здесь вот эта штука? Ну, я могу вот на эту, где сзади. Правда, я давно не каталась, но я прям очень хочу. Но я спросила, можно попробовать? Он говорит, можно. Вот я сейчас попробую вот... Ну, в общем, сейчас попробую. Я буду здесь сидеть, я за нами бегать не буду. Ой, я хожу. Ну туда вывези его, не надо здесь на земле-то. Если надо тонуть. Достанешь до педали-то? Давай, давай, давай. Смотрите вперед. У Феди слетает, наверное, ножка. Вперед смотри только, на людей не наедь. Этому главное, что он звенит. Ну чё, сынок? Нормально, покатался. И я всё. Ну, немножко не быстро. Мама тоже хочет покататься, слышите меня? Мама, пойдём на них покатаемся. Нет, дорогой мой, туда мы больше не пойдем. Мы уже покатались там. А я на велосипеде не буду кататься, что ли? Мама, а, блин, тут... Ладно, в другой раз. Пойдемте. Машинка, выходим. Пошли туда. Никаком. Почему? Я вот на этом хочу. Чего? А? Мне сказали, он меня выдержит. Спасибо, до свидания. В другой раз тогда. Куда туда? Пойдем туда, то туда. Леша идет туда. Девочки, куда идем, вообще непонятно. Куда туда-то? Они почему-то нас повели туда. Мы хотели в другую сторону. Как у меня на даче. Ну тоже разрастаются вроде бы. А, там на воде, слушайте, там на воде эти лодочки. Я очень любила раньше этот парк. Часто здесь была. А еще у нас есть Харинка парк 905 года. Там по несколько раз буквально была. Что?
Ой, Арсений, мне кажется, это для взрослых. Вот серьезно, что ну не разрешат, мне кажется, тебе. А куда? Не знаю. Я не успеваю смотреть, девчонки. Так здесь надо только со взрослым. Ты ж тогда катался с папой. Вот в 3 года как раз-таки он помнит вот это, что катался на этих гонках. На этом одному нельзя, нет. Чего? Да это надо со взрослыми. А ты с нами? Не знаю. Колодец. Я в наушнике, девчонки, слышно, что здесь радио играет? Это сделать. Доченька, Делечка, в понедельник и в среду у тебя последние устные экзамены. Желаю сдать на отлично, конечно же, успехов. Вот им интересно полазить. Площадка баскетбольная, там медицинский центр. Еще сообщение от Натальи, она передает мужу Денису. Концерты проходят, мероприятия, фонтан почему-то не работает. Сцена. Куда? Чего? Ну вот это вот у меня эти, как их, веселые горки, или как она называется? Забыла. Сейчас, там кассу надо найти, или что, куда там папа идет? Папа на речку, что ли, пошел? Речка в той стороне как раз-таки. Девочки, простите, что дергается все. Что? Как аттракцион? Бобовая дорога? В смысле, бобовая дорога? Бобовая дорога? Бобовая дорога. Для детей и взрослых, детей старше 10 лет. Нет. А тогда на эту машину. На какой машине? Вон там папа стоит. А там попкорн. Блин, и чего? Там только для детей там, что ли, было, и все? С квошкой. Дайте мороженое. Да, мне с квошкой. Нет, мне лучше мама. Нет, лучше мама, я хочу. Нельзя, сынок, на этом. Тоже, наверное, старше 10 лет. Да. Это старше 10 лет, сынок, написано. Нельзя. А куда? А куда? Не знаю куда. Кукуруза, слушайте. Мобильная кукуруза. Мобиль. А что здесь? Создай свой bubble tea. Куда? Куда пойдем? Сейчас сходим. Куда пойдем? А речка где? Речка вон туда, дальше, туда, вперед надо идти. Думаю, давайте определимся хоть на чем-нибудь уже. А что, мне не взял мороженое? А как вот это? Спрашиваю. Кого? Вот это, мам, как вот это? Меня никто не спрашивает. Вот это все как у девочки вот это на лице. И у мальчика, который там в глаза. Как они там татуировки такие делают? Да откуда я знаю? Где-то кто-то кому-то нарисовал что-то. Федя подтягивается на носороге. С крошкой. С крошкой. Мне купи, пожалуйста, тоже. Вкусно? Захвать пальцем показывать, Федь. Арсений, не надо, слезь. Не надо? Мам говорит, сфотографируй меня. И меня. Сейчас. Улыбаемся. Чиз! Все, готово. Да я потом покажу, я сейчас снимаю. А я этот сделаю скрин. Снимок экрана. Спасибо.
Смотри, мам, как быстро. Это типа орбита. Смотри, как быстро. Прям голова кружится у них. Это Арсений говорит. Слушайте, давайте сейчас здесь просто погуляем. А на речку в другой раз. Просто смотрите. Смотри, послушай, послушай. Знаешь, где машина стоит? Какая? Наша. Знаешь? Вот нам нужно идти к машине опять обратно. А речка вон там далеко. То есть, или мы можем просто дойти до нее, посмотреть, а в другой раз приедем специально только на речку. Или что мы будем делать? Мам, окупаться. Ты сказал, речка будет окупаться. Ну, мы с собой ничего не взяли. Ну, хорошо, папа сходит, наверное, тогда в машину, да? Леш. Только я сейчас приду, а мы пойдем в другое место. Да, да, ну так оно и будет. Так оно и будет. Мы пока он там идет, надо идти на речку тогда. Просто идти туда. Слышишь? Ну, погнали. Куда? На речку. Так классно. Как в лесу. Так вы на речку хотите или на площадку, блин? На площадку, в следующий раз на речку. Гриш, надо определиться. Ты только что сказал, погнали на речку, уже на площадку. Ну что? Девочки. Пошли, короче, на такой речке. Все, идем на площадку? Да. Да? А речку, да. Федь, на речку тогда в другой раз. Приедем просто на речку. На каруселях не будем уже кататься. Сразу пойдем на речку, давай. Вот чуть-чуть погуляем там, и потом пойдем туда, на речку. Да уже вам нафиг эта речка не нужна будет. Да. Нет. Нет, давайте или на речку, или на площадку. Конечно, на площадку. Ты ж полотенце-то взяла. Подожди, полотенце в машине. Не буду я на речку, а в следующий раз. Так, в следующий раз на речку тогда. Я хочу речку. Федь. Поехали речку. Мы идем на площадку. Площадки. На дачу. Да. Сначала площадку, а потом на дачу. Ну, а в следующий раз приедем на речку. Да. Пойдем. А ты классно придумала. Хорошо, что я классно придумала. Девочки, если что, я уже устала. Прическа испортилась. Я тут с наушником хожу. На самом деле, он у меня просто висит. С мороженым еще не открытым. Потому что они сейчас здесь и зависнут, а потом надо будет на дачу поехать. Ну, мороженое это не еда. И я же не все снимаю, вы как бы тоже должны понимать. Вот. А на эту пойдем. Где вот этот зонтик? Как классно. Мама. А. Кто поедет мороженое? Давай. Там камушек застрял. Камушек застрял. Догоните меня, я пошла тогда. Шишечки, шишечки. Может насобирать, замульчировать. Ой, блин, кстати, да. По корням. У меня подошва тонкая. Шишечки. Может замульчировать эту. Замульчировать. Шишка. Вот, Федя закричал. Смотри, какая шишка. Я помню, когда в институте учились. Или когда закончили его, девчонки в одноклассниках. Вот здесь многие фотографировались. Возле этих вот статуй. Мама, фотографируй меня здесь. Это что, домовенок Кузя? Домовенок Кузя? Подожди, это шкафан. Мама, подожди. Ну ты мороженое-то убери. Мама! Мама, меня ты кофелой. Сыр. Тирк. Пап, смотри, какой склад. Сказки. Домовенок Кузя. Да-да. Чего? Домовенок Кузя. Чего? Что? Мультик «Домовенок Кузя». Вы его смотрели, но он вам не понравился. Хотя мой раньше любимый был мультик. Твой любимый? Да. Самый? Один из самых. Что? Помоги. Арсений, подержи мое мороженое, пожалуйста. Положи. Не надо его класть никуда. Опа.
Пожалуйста. Пойдем туда. Ну, а, спасибо. Ну, пойдемте, пойдемте. Мам. Так а я не поняла, эти рельсы-то, они что делают? Да ладно. Ты это заходи, если что. На лягушку положил руку, чуть не упал. Слезешь аккуратно? Да. Иду, Федь. Слезай аккуратненько. А чё... Блин. Ой, это типа ты с этой гантелей? Да. Со штангой? Чилк. Всё, Федь. Эйфелевая башня. Да как я тебе сейчас покажу? Сейчас не покажу. Я же снимаю. Потом покажу, когда сделаю. Вот такое сердечко. Давай, пей. Мама, он поет. Пей, пой, пей. Все. Я только сейчас. Цирк. Цирк? Сыр! Сыу! 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 Пойдем. Иди. Только на площадку с мороженым нельзя. А куда? Съесть? А Федя у нас не доедает мороженое. Целиком никогда не ест. Поэтому его сейчас папа съест. Ну ты сильно не на... Хотя бы что? Я больше не хочу. Ну, блин, как обычно. Ну да. Я думала, ну я имела в виду, что ты сильно не... Не нападай на него. Что, девочки, все, что ли? Нагулялись? Что здесь такое? А, вон там рисуют девчонки. Сейчас, если Арсений увидит, это будет пипец. Он же сказал, что я хочу тоже, как девочка, изрисована быть. Изрисован. Изрисована. Я сейчас пойду спрошу, сколько стоит. И по времени сколько это займет. Так. Аквагрим, татух, ной. А в какую цену, здравствуйте? 100 рублей, здравствуйте. А по времени долго это занимает? Ну, зависит от размера рисунка. А примерно? Татух ной сейчас нет, а рисунок ну, минут 5-10-15. А, минут 5-10-15. Ага. Это папина? Да нет, я посыхал. Так ты папе-то отдай. Не ставь! А куда? Ну, здравствуйте, здесь попами сидят, а ты ставишь. Вон папа, иди отдай ему. Что тогда получается? Я свою еще даже... Давай, ладно, я буду есть. Мою, может, до дачи доедет. Если в кустик сейчас положу его. Спасибо. Это Арсений мороженое? Да. Ну, Арсений, видите, избавился от него. Отдал Феде. Классно, тебе здесь нравится? Угу. Тихо, спокойно, да? М? Понимали, может, мы в тенечке посидим где-нибудь, пока не лазю здесь. Нет тенечка? Ну вот, есть у него. А Арсений сейчас увидит рисунки на лице. Он тетя рисует. Тетя рисует. Блин. Захочет. От 100 рублей 5-10-15 минут. Привет. Кататься надо, он в горку. А, куда телефон сел? Угу. Ну, пойдем. О, нет. Он просто привстал. Говорю, Федь, подожди, дожду, давай. Да. Ты не упадешь, не это, все нормально будет, обещаешь? Да. Давай. Да. Сам боишься? Давай. Да. Отпускай. Да. Федь, только ради бога аккуратнее, ладно? Да. Ну чего ты там? Лицом. Ой, нормально, живой? Да. Блин. Это у тебя просто старая, Федь, а не чуть-чуть. Чуть-чуть. Это ладошки твои скользили. Мама, пойдем с большой, вот этой. Ну, давай. Классно. Мы здесь, кстати, день группы отмечали. Ну, еще знаете, как отмечали, когда выпивать можно было с алкоголем ходить там на речке. Подожди, я Федю снимаю. Где ты вообще есть? А как? Все, давай катись. Качусь. Я тебя встречаю здесь. О, быстро. А как так быстро? Не знаю. Потому что
Ага. Что? Вот так быстро. Класс, 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 девчонки выбрались. Девочки, он меня ведет. Он увидел, видимо, что там рисуют, и он меня ведет. Смотри. Что? Ну что? Что там? Что там? Ну я без очков не вижу, сынок. Там такое. Маски. Я хочу тоже. Давай, может, в другой раз. Видишь, сейчас она занята. Надо будет ждать. Давай. А вдруг ей немножко еще... Пойди узнай. Иди узнай. А, у меня, я забыла. Арсений, нету денег. Телефон сел. Мама, иди в большой горке. Чего большой горке? Да, а как, что там, смысл? Мы а там... Я тебя уже сфотографировала. А больше я же ничего не вижу там. Она же закрытая. Нет. Федь. Она не закрыта. Все, Федюш, не пойду больше. Почему? У меня уже ноги устали, я хочу присесть. Василий. Я вся мокрая, мне жарко. Так я же там ничего не вижу, кроме как ты оттуда вылетаешь. Я тебя уже засняла и все. Вот там вот это. Стены. Да стены буду снимать, Федь. Ну ты что? Ну ладно, давай здесь. Ну давай. Привет. Привет. Открой мне мороженое, пожалуйста. Не, не открывай, в машине его съем. Я попью. Сейчас на дачу поедем. Да, сейчас поедем на дачу. Что хотела сказать? Я взяла малину с собой. Мальчики вчера вечером поели малины дома. А, и вишню взяла. Просто вот помыла, в контейнер положила. И, в общем, ну, думала, если на речку воду взяли, вот сейчас здесь погулять и такую же бутылку попить там. И больше ничего не брали. Ну, раз уж... Раз уж... Едем на дачу, а в следующий раз тогда приедем, ладно? А в следующий раз что мы здесь будем делать? Пойдем сразу на речку. Просто пойдем сразу на речку и будем купаться. Ага. А вы не будете, да? Ну, папа, может, будет, я не буду точно. Ты будешь купаться? Ну, он умеет плавать. Нет. Ну, я объясняю, что я в речке... Я не... Да я, у меня желания даже нет. Я ноги помочить могу. Пойдемте. Мама, я хочу тебе цветовую рисовать. Чего ты хочешь? Цветовую рисовать. На руке нарисовать? В другой раз. Во-первых, тетя занята, а во-вторых, у нас нет денег. Мы не можем расплатиться. У нас телефон сел, сынок. Слышишь? В другой раз приедем, ладно, и нарисуем. Ладно? Обязательно, я обещаю. Точно? Точно. Как не точно-то? Точно? Ну чего, поехали на дачу? Пока, мама. Ну чего, едем на дачу? Федя, давай сейчас сразу приедем на дачу и будем купаться. Там, наверное, горячая. Девочка, уже отойди, там она скатится. Сверху. Арсений, а давай одну гонку вместе покатимся и поедем. Ладно. Сейчас, подожди меня. Договорились? Там никого нет, песочек внизу. Садись, катись. Выскочил. Арсений, пойдем. Сейчас он попьет. Все, страшного. Мне тоже оставь. А, у меня еще бутылка в машине есть. Пейте, пейте. Сим, подождешь? Подожди. Я нехорошо так на маму закрылась. Он тебя ждал. Пошли, Федь. Ну дай ему попить-то. В смысле, ну ты пил, он стоял, ждал, Арсений. А я не знал, что это. Он не любит, тебе вообще бесит ждать. Ну, как у меня, девочки. Вон на скейтах. Или на что, на чем они там делают. Арсений говорит, я тоже хочу. Я говорю, ты мал еще. Ну, поняли, да, девочки? Прыгают на самокатах. Я говорю, ты мал еще. А что, нельзя сказать маленький еще? Сразу мал еще. Слышите? Блин.
Вот Арсений как раз стоит, смотрит. Веселые горки-то эти. Ну или как он там, бобовый, кто там? Хочет тоже. А детское им не интересно. Тоже хочешь? Нельзя, сынок, маленький еще. Или мал еще? Я еще хочу на одну карусель. Ну здесь это для взрослых карусель. Мама, а можно я загляну? И пошли. Я говорю, загляну, а не зайду. Пойдемте. А ты мне не засняла. Давай ты мне тоже засняешь. Иду, иду. А, туда, в трубу? Сейчас. Где я? Солнышко сюда светит, не вижу ничего. Ну чего? А, по одному. Не надо, не надо вдвоем. Федь, ну чего ты там? Давай. Привет. А вот если бы вода была? В этом. В Турции ты про трубу говорила. Не такая труба, не закрытая была. Ну, то есть, и была, естественно, закрытая. И не такая зигзагом открытая, а просто прямая, девочки, открытая труба с водой. Горка, горка. Что я про трубу? Федя! Федя! Федя, быстро, он тебя сейчас ногами стукнет. Я еду. Федь, выходи, он тебя стукнет ногами. Арсений, езжай. У меня так печет ноги, девчонки. Я стою прямо на солнышке. Мальчишки, давайте быстрее. Ладно, еду. И ноги печет, и голову печет. Все, давайте, поехали на дачу. Я вся мокрая. Я тоже вся мокрая. И морщусь, без очков, без солнца. У меня на даче есть очки, хоть какие-то надо с собой брать. И в общем, девочки, спасибо, что с нами прогулялись. Весело было. Нам очень. Все. До встречи. Всем пока.